Что вам сказать? Пришлось очень сильно напрягаться, очень сильно предельно, запредельно даже я скажу, потому что вы же понимаете, что эти результаты – это нарушение закона физики. Вот. Человек для того и создан во Вселенной, чтобы нарушать законы физики и делать свои. Упражнения, они не спортивные. Спорт – это оздоровление. Здесь вопрос не идет ни о каком, вы же понимаете, не здоровье. Но здоровье человека заключается в его духе. Здоров дух. Вот это в здоровом теле здоровый дух – не совсем верно. Вы же живете, знаете, что достаточно людей физически здоровых, но психически неуравновешенных и так далее, и так далее. То вот как раз психика, дух человека – это основа всего. И все вокруг этого налипает, нарастает. Возьмем так, 105 тонн, это его средний вес. Значит, я не ставил цели протянуть именно там расстояние всю лестницу, даже если бы он прокатился 10 сантиметров, это уже, этого никто не делал. Ну, там сколько он, честно говоря, я когда тяну, я не знаю вообще, даже тянется он или нет. Но рекорд этот превосходит в 4 с лишним раза рекорд мира, установленный до этого. Я, честно, разница, да тут вот по сравнению с Камацу, разницы как таковой нет. В заведенном, не заведенном, там немного другая, принцип
этого самого, я, честно говорю, не знаю. Тут для него это не принципиально. Если Камацу незаведенный блокируется и не катится, то это что так, что так. Там я протянул бы и все расстояние, неровность поверхности. Одно колесо, левое, кажется, попало в углубление. И в этот момент надо как раз перехватываться, он стопорится, и уже из углубления его тяжело сдвинуть. Вот, тем более, что это все на пределе, за пределами. Вот так. Не знаю, мышцы спины, ног и рук. У меня в прошлый раз, когда я тащил этот камацу, треснула ключица, чуть-чуть была травма. Там на одно плечо лямка была больше, немного получил травму. Но у меня регенерация быстро идет, поэтому как бы восстановился здесь. Я даже затрудняюсь вам сказать, какая группа мышц больше. Вот, вот это что поэтому. С рукой, в принципе, силы для этого есть. Он там и качнулся немного. Но тут номер не подготовлен. Мне неудобно было стоять. Расстояние, вот эти поручень не такой. Как бы вот эти все, вся сила ушла на вот эти болтания и так далее. То есть она не смогла сосредоточиться, как стрела впиться в это. Хотя, в принципе, это тоже трюк возможный. Но я не буду больше ничего делать, повторять. Я думаю, этого вполне достаточно. Вполне достаточно. Притом, это была не демонстрация каких-то рекордов или собственной силы. Я уже говорил, что это для того, чтобы возродить в человеке, показать, кем он должен быть. Пускай он так себя проявит в творчестве, в написании музыки, стихов, в обыкновенном бытовом поведении. Если человек эту силу проявит, наш мир изменится кардинально. То есть получается, как бы тянуть вот в таком виде катерпиллер, да, вы уже пробовали на камацу, просто грузоподъем все меньше. А вот второе упражнение, то есть вы не пробовали и не тренировались? Не, вообще, не, ну я вагоны показывал, это самое, ну вагоны, они катятся полегче, вот там, как показывают, силачи тянут это, вагоны эти, ну я не знаю, парни крепкие, конечно, но тут, там была удобная позиция, я встал, уперся в шпалы, растяжка выставили, как удобно, а здесь, в принципе, я, честно говоря, даже не знал, какую группу мышц включать, а куда, как там это самое, вы знаете, это вообще должна была быть просто попытка для того, чтобы это самое, ну, если кто-то вдруг заявит или попытается там как-то, мы всегда это сможем повторить. Тут вот эти ступени этой силы, сверхсилы, если туда в кладовую открыл, то ты уже туда всегда зайдешь, ты знаешь, где те двери, откуда ее брать, вот, поэтому тут не вопрос, вот так. Нет, это у меня же не самоцель перемещать большие грузы. Это как бы, ну вообще не самоцель. Это и не цель. То есть для этого в катерпиллере есть двигатель, который его должен перемещать. Это просто надо показать людям, что вот что у вас. Потому что я человек обычный, вы же видите, я не похож на наших силачей украинских или еще кого-то. То есть я такой же, как и все, ну, внешне. Все зависит, людей отличает то, что у них в голове. Вот. А в голове у людей, я уже раньше говорил, программы, самые обыкновенные программы, которые людей стопорят. Там, там, там ставят нормы, как он должен себя вести, что он должен есть, как он должен думать и прочее, прочее, прочее. Вот фильм «Матрица» известный, его как бы люди не совсем поняли, увидели уклонение от пуль, эффекты компьютерные. Я бы рекомендовал бы людям, интересующимся собой, посмотреть его внимательно и послушать диалоги. Любая общественная формация – это матрица, которая устанавливает свои законы. И если ты хочешь стать необычным человеком, стать, скажем так, выйти за пределы человека, надо выйти за пределы этой матрицы. Во мне ее нет. С детства жизнь шла так, что склоняла все быть общественным человеком. Потом где-то внутренний голос крови мне сказал, что это не для меня. Я от этого отошел, и отошел буквально во всем. Вот так. Поэтому это все делается, это капля. Это капля. Вы же видите, что происходит в мире. Даже вот это календари, ацтекские и так далее, там предвещают
конец мира там, или какие-то катаклизмы. Нет, это чушь все. Изменения, если и будут, они произойдут прежде всего в головах и в сердцах человеческих, потому что люди определяют, как они живут и кем они являются. А в последнее время вы наблюдаете поток информации, событий, всего, что подводит к человеку к мысли о том, что пора меняться, надо выходить на другую ступень эволюции. Это, скажем так, вклад в это, в этот процесс. Я не шучу, допустим, это невысокие фразы. Еще Циолковский сказал: космос нам даст горы хлеба и бездну могущества. Поэтому, оставаясь здесь, мы развиваться не будем. Надо выходить, осваивать пространство. Ну, это так, далеко идущие, не сильно далеко идущие цели на самом деле. Но для этого человек должен измениться.